Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжая вскрытие посылки третьей по счету Черной Пятницы, мы посмотрим на эту сумочку, купленную в магазине ebags.com на распродаже. Стоимость сумки была на $20 со скидками. Сумка от Nike, кстати, фирменная. А помимо этого я рассчитался бонусом, который на $10 магазин за красивые глаза подарил буквально. Сумка таким вот чудесным образом упакована, что сразу не догадаешься, как она упаковывается. Материал очень хороший, качественный. Сумка спортивная, понятное дело, Nike, для спортивных нужд. Бегать, прыгать и прочее. Такого чудесного синенького цвета. Несмотря на небольшой размер, она очень вместительная. И туда может лезть где-то мяча на 3, ну или 10 бутылок виски с кока-кола. В зависимости от того, чего вы хотите не делать. Не лезть с мячами, а с бутылками виски. Вот. Учитывая ее стоимость, в России стоимость США, это просто замечательно. Замечательный подарок, замечательная покупка. Получайте удовольствие, покупайте через интернет, все хорошо.